Краснопольський народився 14 червня 1933 року у Свердловську, нині Екатеринбурзі. Режисер відомих кінокартин: Тіні зникають у півдні, вічний поклик, нічні забави, єрмак, дві долі та інших. Майже всі свої сценарні та режисерські роботи створив спільно з двоюрідним братом Валерієм Усковим. Одружений має доньку і онуку. Мне очень нравится ваш фильм Ночные забавы. Вы знаете, он тоже смотрится на одном дыхании. Сценарий хороший, мережка, в нем прекрасен, как, впрочем, и везде Сигнеев. Замечательные работы остальных артистов. И Алферова хороша, и красиво, как и хороша. Вот. И вы знаете, когда я случайно на него попадаю, я не могу оторваться. Я все уже знаю там, но не могу оторваться. Вам нравится этот фильм? Очень. Очень. Мы сидели в баде. <laughs> Я Верешке говорю: Видь, вот ты всем даешь сценарий. А вот сейчас у меня пауза. Мы сюда сейчас денег на Ермака Нет, мы сидим, ждем, когда нам придут деньги. А мы по полтора года ждали деньги на Ермака. Это был последний советский фильм, где ходилось, приходилось ходить с протянутой рукой. Он говорит: ну зайдите в телевизионное объединение, там лежит ночная пьеса, ночные забавы. Прочи, прочитайте. Я говорю: а почему лежит? Да потому что э, несколько человек хотели ставить и отказывались. Я пришел, прочитал и подумал: ну, полные чудаки с другой буквы. Ну, как можно отказаться от анекдота, который вырастает до, до, до социальных вообще каких-то моментов жизни да. Да, нашей, морально-этических норм вырастает. И вот, и в это время началось озвучание Ермака, Усков озвучивал Ермака, а я снимал ночные забавы. Я у многих режиссеров спрашивал, и актеров тоже, Евстигнеев гений. Вот я у вас спрошу. Понимаете? Я не понимаю слово слова гений. Гений. Он супергений, он маэстро. Это человек, который говорит, что я буду читать сценарий, ты мне расскажи содержание, расскажи, да. может, расскажи содержание. Он никогда не читал сценарий. И и и манок дай мне, дай мне манок. Манок, чтобы я зацепился за него. Я ему говорю, а это, это моя придумка была. Тут я могу уже сказать, моя, потому что у, 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 этого, у, у этого, как называется, у Мережка, когда он звонит всем по телефону, да. он просто брал счета, какие-то находил на кухне, и по счетам брал номер. Угу. Я подумал, почему же, денежные знаки тоже себе самые... И это так заработало, когда он вынимает пачку денег, ну-ка, посмотришь, а, это соналия начинается, не подходит. Все, вот. И потом, конечно, повезло, конечно, с композитором. В свое время Тривердиев нам дал Леню Афанасьеву на все фильмы, которые... У нас до сыщиков снимались, это Леди Афанасьев писал музыку. Это настоящий кида композитор. Да и песни получались хорошие. Это не то, не то слово, песня же, где же России была, вот недавно была передача, была признана Гида в России до, 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 до те годы. Из теней», да. <свят> <тапропрос> <напр bounces> да, из теней, да. И вот, э -э -э и вот Женя был такой человек, что я ему сказал. Ты будешь доставать деньги, звони по телефону, все эти хохмы. Он говорит, так я еще тысячу придумаю. Я говорю, придумаешь. И он говорит, да, пожалуй, я буду сниматься. А кто, а кто, а кто у меня партнерша будет? Кто, как она? Я говорю, хочу узнать, пригласить девушку, которая ну, может раздеться, если надо будет, там в фильме. А главное, она максималистка. Ей вот, вот, по, по своему нутру максималистка. Ей не надо будет играть такого, что вот она решила матери сказать, вот сделать И сделал. Чтобы это, чтобы это не, не было такое, она потом бы разбякла как-то. И вот пригласил Сашу Колкунова, она студентка была третьего курса ГИТИСов тогда. И сколько я спрашивал и Валюгавта, и, 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 и филозова спрашиваю, как вам все ней работает. Он говорит, отлично, глаза прекрасные, угу. понимает. Все с первого раза, все замечательно. Вот. И очень много женщин хотела пробоваться, да. Предлагала свои услуги на ту роль, которую сыграла Ира Алферова. Вот. Но почему-то бы все, когда мужской коллектив был собран, мужской, я говорю, а теперь давайте поговорим о главной героине. И все, не сговариваясь, все и в и в, Сигне, и в Гафт, все, все назвали ее. Красивая она была, правда? Она была красивая. И она сама, сказ, и она сама сказала, что ну, Володька, я тебе так благодарна за эту роль, за эту роль что вы мне дали ее. Потому что многие, как мне не обидно, говорят, что это лучшая моя роль. А там действительно у нее характер проявился. Там есть что играть. Конечно. Есть там, там было что играть. Это правда, что на роль Ермака был утвержден Шварценеггер. Это точно так же, как мы с вами сейчас сидим здесь. Да, вы что? Да. Почему да? он не сыграл? У вас есть время? Да. Да. Значит, когда мы затевали эту роль, то нашей мечтой было, чтобы эта картина была эта картина Ермак в лучших тр традициях американских вестернов, американских приключенческих фильмов и так далее, и так далее. И нас поддержал Госкино угу. и начали вести переговоры с Диной Лаурентисом. И вот как мы вот так вот сидим с вами сейчас, я прилетел специально с юга, Дина де Лаурентис прилетел, был у него переведенный сценарий. И мы с ним вели переговоры. Он сказал, я даю вам 18 миллионов долларов на картину, но из них, конечно, уйдет до актеров, на гонорар картеров, но еще много останется для работы. Вот. Но должен сниматься или Дольф Люлгрен, или э, Шварценеггер. Самый Шварценеггер. Вот. Мы подумали, подумали, подумали и решили, что Шварценеггер все-таки, он немножко такой, ну, ну, бли, ближе ну, что ли, к русской натуре, что ли. Не знаю почему, но как-то решили остаться на нем. мы, мы ездили в Сиэтл, где находился в то время Шварценеггер. Разговаривали с его агентами. Он появился буквально на полчаса. Сказал, что он готов с 11 миллионов в ставку долларов сбросить. То есть вы с ним Но общались? Да, ну вот я говорю полчаса. Да. посидели за за столом тогда. Вот он все безумно расписан. Но счастье было, что он нас не снимался. не было несчастье. Счастье, несчастье помогло. А не снимался почему? Потому что наша сторона подписала договор а те еще тянули, поскольку надо было выяснить, где питаться, они будут где будут жить и так далее и так далее. То есть там такая волокита. И в это время наши славные войска вошли в Прибалтику. Это помните? Это был период 91 год. Да, штурм Вильнюсской телебашни. Да, 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 да. Все на другой день получили такую бумагу, расторгнут договор, что совместного производства не будет. Ну и Виктор Степанов, о котором мы раньше думали, мы его пригласили, и мне кажется, что. Хороший артист был. Он сыграл очень и очень неплохо. В фильме Ермак одну из своих первых ролей сыграл ныне очень популярный Никита Джигурда. Вы и тогда рассмотрели в нем талант? Это талант был, который. Когда меня просили о нем там, там передача была, я сказал, что иногда бывает так, что актер рождается для одной роли, и вот он родился, конечно, для для этой сумасшедшей роли, ее сделал он блестяще. Я не знаю, кто из актеров смог бы так с такой экспрессией, да? С, с экспрессией, с такой отдачей, с такой с такой жаждой. Понимаете, вот это самое, показать вот эту вот эту самую удаль, отвагу, да. кто бы мог еще, кто бы мог еще, вот. Но день обычно начинался с того, что звонил телефон, я брал трубку, и слышал голос такой, доброе-доброе утро, добрый-добрый день. Я говорю, Никита, мы еще не решили ничего. А когда вы решите? Ну, наверное, к вечеру. Добрый-добрый вечер. Что вы решили? Он меня достал. Я потом сказал, для того, что ты меня больше не доставал, мы дело утвердили. Ну, действительно, было бы так. И он все время потом смеялся, когда я о присутствии его рассказывал. Но он очень хотел ее играть, очень. И действительно, он же там и сам на коне выделал штуки, он на ходу Нет, хватал он хорош для был, людей, да. он хорош там. По снегу, кто садится с Виктором Степановым сколько готовились к тому, чтобы по снегу бежать, это, это все, все же надо было готовиться. Через драться, по-настоящему. Как человек, снявший первые советские сериалы, вы снимали сериалы уже и в новое время, я имею в виду российское кино, и Нина был замечательный сериал И Две судьбы который особенно полюбился телезрителям очень полюбился. Да. Жизненный хороший сериал очень. А Но... знаете, как родился этот сериал? Нет. Я за... нужно было зайти. Время у меня есть. Мне нужно было, мне нужно было зайти, зайти к врачу и эм... взять доправление в... на тренажеры, что что-то по сердцу я могу заниматься все. И вдруг меня какая-то какая женщина останавливает и говорит: "Вы Владимир Краснопольский?» Я говорю: "Я". А вы знаете, мой племянник до вас добирается? Я говорю, а где он? Я не вижу, чтобы кто-то добирался до меня. В поликлинике, в коридоре. Так можно он вам позвонит? Я говорю, а в чем дело-то? Он написал сценарий. Я говорю, нет. Вы знаете, у меня, видели, у, меня, да? у меня, у меня горы лежат в сценарии. Но вы знаете, если он говорит, что это отличная вещь, то это отличная вещь. Я говорю, как фамилия его? Малков. Я говорю, я не слышал такой фамилии. Но что вам стоит? Я говорю, вот, это, вот об этом стоит поговорить. Потому что а она мне показала, говорит, там вот столько он написал. Короче, я говорю, значит, если ему не лень, пусть завтра-послезавтра привезет в дом кино и оставит на вахте. Я буду там на секретариате, я заберу. Я приезжаю, мне говорят. Владимир Кач, вы можете забрать пакет? У нас значит, уборщицы его передвинуть не могут. Вот такой вот пакет от пола был. Ну вот такой. Вот. Две судьбы, не одна. Да. Короче говоря, это э, были первые 20 серий. Первые 20 серий. Кем он оказался? Это, это был, это был э, в прошлом работник авиационной промышленности. Вот. Очень конкретный. За счет этого у него там детали были выписаны, uh -huh. так сказать, довольно упруго был связан. Сюжетная линия крепкая была очень. И кончилось это тем, что я начал читать. Я прочел 20 страниц, и я понимаю, что мне не хочется отрываться от него. И я вот эту вот махину прочитал дня за четыре. Дал прочитать Ускову. Он прочитал и мы эту вещь пробивали 6 лет. Ух ты. Шесть лет мы ходили Ух и просили ты. денег на эту вещь. Правда, за это время мы, снимали друг, другие картины. Раньше бы Пырьев одним звонком решил вопрос. Конечно. Но вы, Иван Александрович, тогда как, так, таких, как Иван Александрович, уже, уже больше не было. Вот. И, и так, значит, так и наконец наш друг один говорит, хорошо, я поговорю с Первым каналом. В первом канале это где вы раньше были с этой вещью? Я говорю, где бы сколько раз мы вам его присылали, и вы отсылали обратно, что такие большие вещи мы не читаем. Тоже люди, тоже сядут, браться неохотово. А когда там, видимо, определенные были какие-то через денежные взаимоотношения, вот. Иначе Иоскуф и на, на, начал снимать, я начал снимать Нину, а он начал снимать две судьбы». потом я закончил Нину и пришел ему на помощь снимать эту самую две судьбы. Да, это, эта картина наделала, не боюсь сказать, много шума. Ее молодежь смотрела. Классный фильм. Вот. Ее, ее смотрели люди старшего поколения, потому что действительно разная опять была судьба и опять была связана с эпохой. Если снимается фильм, где три человека и не связано, так сказать, с жизнью общества, то картина начинает уставать, ее сейчас уставать смотреть уже где-то, ну, к концу первой серии. А если поддерживает эпоха тебя... И эпоху многие тебя, узнают себя и в тех уздают, обстоятельствах. Так, а письма, 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 мы же узнали себя. Конечно. Это же моя судьба. Это, это со мной так поступили. Со мной так пытались так, меня так обмануть, и все. И это... Мне очень дорог фильм «Капкан». Во-первых, он классный фильм, опять-таки. Я уже говорил, что буду не раз говорить, прекрасная картина. Спасибо. Вот, во-вторых, э, особой... это хорошая литература. Хорошая литература. Во-вторых, особой пикантности э, придавал тот факт просмотру, что сыграли э, Абдула Виалферова, которые были мужем и женой, потом ими не были, и вдруг, вдруг они сходятся в ленте, где есть любовная линия, и у них даже постельные сцены. И все этого ждали, и все смотрят, а как она, как он. А как вам было снимать это кино? Когда я придумал эту команду, лично я, Абдулова, сказал, говорю, Саш, хочу тебя снимать. Он прочитал, я готов, я говорю, но при условии, Саша, я буду снимать эту вещь, если будет сниматься Ира. Он говорит, об этом прекрасных отношениях, свяжись с ней. Я позвонил тут же по телефону вечером, у нас прямой телефон. Она говорит, а как Саша? Я говорю, он сказал, что он готов сниматься, если ты будешь сниматься. И так они встретились. И снимались совершенно спокойно, абсолютно спокойно, э -э с поцелуями, -по 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 привет, привет, Ирка, привет, там Сашка, все, все, все абсолютно, полная гармония была. Я несколько лет назад, я делал интервью с Алферовой, и мне показалось, что она до сих пор его любит, Абдулова. У вас не было такого ощущения на съемках, что любовь-то осталась? Этот вопрос задавали мне, мне многие. Вы знаете, любовь ведь это такая вещь, которая входит в сердце, а выходит боком. Понимаете? Поэтому, поэтому трудно сказать. Во всяком случае, они настолько хорошо друг друга знали, что все их диалоги они были пронизаны семейной какой-то закваской. Они поэтому были чест, чистыми. Они, они были э, честными. Они, так сказать, и, и, и постельные сцены, э, которые там у них одна или, или две было было, было, было абсолютно нормально. Много дублей было постельных сцен? Я, я уже, честно говоря, не помню. По-моему... -по ну, там один, один, один дубль, два, два дубля, не больше. Все было уверенно и правильно. Да все было, но ведь, и, ведь можно же было снять, допустим, как э, сцены с ними, так, как я, допустим, снимал в Мессинге. Там в Мессинге у меня просто чуть ли не откровенная угу. э, сцена. Но я знал, что это полька, которая, так сказать, идет на это дело. И молодой парень такой, такой который, который готов показать все, за что он способен. А там вот. не готовы были Абдулов с Салферовой на нет, откровенные нет, сцены? Нет, нет, нет. Там, там просто возраст другой, понимаете, был. И возраст другой был. И в таком возрасте уже все более э, смиренно, более нежно, более, так сказать, того, что э, уже все пройдено. Понимаете? Э, Старайся, ведь когда если пожилые люди не показывать постель для сцены, они неприятно не выглядят. Можно только говорить, что они, 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 они ну, сейчас ну, пошли спать ну, и так в далее. Зависти богов Меньшов рискнул, а Лентову показать и показал. Ну, молодец. И молодец, но она там хорошо выглядела очень. Угу. Она хорошо выглядела, понимаете, а когда а выглядит уже, когда все, все висит и так далее. Это... Ни к чему. И, ни к чему. Зачем? Искра между э, Абдуловым и Алферой проскакивала на съемках. Искра какая? Как у мужчины и женщины. Там, где сцена требовала, это проскакивала. Это была искра Абдулова и Алферова или искра актеров Абдулова и Алферова? Скорее актеров. Все-таки? Да. да. Абдулов знал тогда, что он уже смертельно болен? Нет. Он узнал приблизительно на, на где-то на последние, там, может быть, там 2-3 месяца, когда он стал себя плохо чувствовать. И он вам сказал уже об этом? Нет. Он просто говорил, что тут и выпивать что-то не тянет как-то и и кури стал задыхаться вот и потом мы его не успели закончить он стал снимать свою картину вот и там уже видимо надорвался зимой холод да он видимо надорвался легкие все время еще одна ваша картина, наделавшая много шума, «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время». Вы сами с Мессингом общались когда-то? Да. Интересный человек был? Ну, как, было по 12 лет с Валерием. Есть мнение вообще среди людей, знающих, что он был обыкновенным, в общем-то, актером, но на самом деле авантюристом. То есть то, что ему приписывают, он этим не обладал. Он вводил в заблуждение, искусно вводил в заблуждение. Многих что со Сталиным он якобы никогда не встречался, потому что его бы никто не подпустил к Сталину, и так далее, и так далее. У вас не было этих сомнений, когда вы снимали фильм? У меня не было сомнений, потому что я верил в этого человека. Верил. Надо было или снимать картину и верить, или, или вообще не снимать, не снимать вообще. картину. Я верил. Я, я верил почему? Потому что, э, э, во-первых, когда мы были выступал в цирке на Свердловске. И поскольку мой папа, как вы сказали, был артист и довольно известный, и потом мы пошли в кабинет Николая Ивановича Слаутину, это я сейчас помню, где... Директор цирка, да? Директор цирка был. вроде бы сидели все, и в месяц сел, рассказывал шутки всякие, улыбался, очень энергичный человек был. И когда мы уходили, он нас сказал, говорит, да, молодое поколение куда направить свои стопы? Он сказал, да вот хотим работать в кино, кинорежиссерами быть. А я тогда мы уже там не вылазили из киностудии. Он сказал, ну, может, когда-нибудь снимите и обо мне картину. Представляете, когда сказал. Да. Это мы потом все с Валерием вспоминали, вообще, когда брались за этот сценарий, вспомнили, как мы ходили, когда самолет разбился по Свердловскому с командой, с, да, с, командой, с футболистами, да, да. с ЦДК, да? хоккеистами, хоккеистами, ЦДК, да? да? Нет, ВВС. Команда угу. ВВС была. Вот, как мы на лыжах туда вместо школы поехали, смотрели. И когда я это все вспомнил, и когда я прочитал сценарий Володарского, и когда он мне рассказывал, сколько он прочитал закрытых материалов, Володарский, Володарский, да? Володарский а это действительно был пират. Он от и до отвечал Нет, за казаков. Он был, конечно, Это, да. Это талантливейший да. был человек. Да. Это был один из наших величайших драматургов, да. вот, у которого что-то было бы посчитали 118 сценарий из них Все были примированы фильмы и так далее, и так далее. Эдик Володарский, наш огромный большой друг, был просто-просто большой друг. Он мне написал на книге, на книге, э, берись, ты как бы снимай, снимай эту книгу, как в окопах Сталинграда. Почему он так написал? Я не понял. Не понял. И подарил мне золотые часы. Э, говорит, я тебя прошу, чтобы только эта картина была, э, так сказать, от души сделана. Вот. Ну и, по-моему, Князев, которого я нашел. Попадание какое точное. Единственный был ни одного человека больше не пробовал. Он ректором же был Щукинского училища, да? Он сейчас ректор. И тогда был ректором. И тогда был ректором. И да? вы пришли к ректору Щукинского училища. Нет, я, не пришел, я ему позвонил просто. И он, и он сказал: Я знаю ваши работы, но знаю, как ее обманывают режиссеры. Вы за год меня предупреждаете. Представляете, сколько у вас будет людей на пробах, актеров? Я сказал: ни одного не будет. И ни одного не было. Ни одного. Об этом знают все. Вы же снимали фильм о мессинге с инсультом? Нет. За пять дней, прошло пять дней, у меня возник инсульт. Но инсульт возник у меня, его сразу определили бляшка. Угу. перекрыла, так сказать, в голову. Я так плохо стал говорить, и рука стала плохо действовать. И тут же все сделали. Мне тут же сделал Акчурин, который мне делал угу. операцию шунтирования. Угу. Я тут же вырезал ее и сказал, и... давай на съемки вперед. И вы продолжали. И да, я... да. Мистика вас сопровождала на съемках фильма о мысли. Вы знаете, вот это вот мой вот это мой инсульт трагическая смерть одного актера, молодого который играл, должен был играть молодого месяца. он уже сыграл кусочек, сыграл, вот. Но э, тут уже, понимаете, тут уже не поймешь, это не мистика или что-то такое. Но он э, в Рождество решил перебежать дорогу, Садовое кольцо, у самого э, выхода из э, машин из тоннеля. Mm -hmm. Хоть бы так вот бежал, а он выскочил так, и его, и его сбили напрочь. Но это просто, ну как, это мистика считать или человеческая глупость в пьяном состоянии ночью да. перебегать дорогу. Ну как это, как это считать? Вот. И я участвовал в одной, в одной передаче. Меня в очень много звали передач «Мистика» или «Действительность», или «Реальность». Я на одну только пошел рассказать, рассказать свои ощущения, что как вот артист Князев, Наполнял, все даже съемочную группу э мистикой, которой не было, но он, которую он додосил. Поэтому можно было понять, что, что месяц, наверное, тоже обладал этим всем. А внешность, конечно, удивительная, у князева, правда? Да. Необычная. А, и вы знаете, вот у ваших актеров, практически у всех, кто снимался в ваших фильмах, удивительная внешность это всегда запоминающиеся образы, всегда точные. Это талант вообще подобрать правильно актера на роль? Это одна из, как бы одна, если не первая, э, после выбора сценария, э, условия, что ты режиссер. Ты должен почувствовать, что вот так вот с закрытыми глазами, что вот этот образ вот ложится до этого человека, вот ложится внешне, внутренне и так далее, и так далее. Потому что если в театре, я не знаю, 35-летняя актриса может сыграть Джульетту да. в театре, то в кино, то в кино, не кино 15 15-летняя должна играть. Поэтому, поэтому когда Фрола, Фрола Валера Гатаев у нас играл, должен был -то вот такой дубиной играть, который который большой человек который мямли. Вот мы нашли такого, он в Обнинске работал угу. в театре и сыграл он у нас Фрола. Так, так он и был таким выходил понимаете. То же самое Спиридонов, очень сложный человек по характеру, очень сложный. Но какое Бирю... попадание? А попадание Стопус 100%, тысяча да. А Бирюков из театра, наверное, самое, из Красного факела, да. который сыграл Олейникова. Да. Я же его взял только потому, что он мне нахамил. Я оказался в Уфе, самолет не летел э, до, до утра. Я думаю, пойду я в театр, хотя театр терпеть не могу, пойду я в театр Новосибирский, посмотрю, может чуть-чуть, ну, посмотрю, может что-нибудь вижу. И вот там парень этот играет. Я в антракте зашел к нему, а он говорит: "А вы кто такой, чтобы, чтобы расспрашивать меня?" Я говорю: ну просто вы знаете, ну, а что зритель не мог бы вас расспросить?" Да Бога вас, зрителей, во всех сил не хватит. Я говорю, а вы с характером, мне нравится. Он говорит, а вы, а вы что, будете донимать меня и дальше? Я так спок спокойно говорю, да. А вы до этого в фильмах снимались? Так, где пожарный, где дежурный, который сейчас, чтобы вывел вас отсюда? Я показываю, фильм. Не подсуден. Тени исчезают в полдень. Он тогда не как мыльный шарик. Но как он плохо сыграл второе отделение. Конервничал, конечно. Я пришел к нему, говорю, ты чего? Ты чего-то сломался-то вдруг? он говорит, так все-таки сразу, на да, вы вы же в зале сидите, все. И мы с ним пошли к главному режиссеру театра. Квасить. Нет, 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 нет. Я прошу, чтобы зав... он мне на завтра отпустил его на кинопробу. Лететь на маленьком самолете, там час один угу. в Дуван, где у нас и съемки идут. Потому что Б... Борис... Забыл фамилию. Прекрасный актер, гениальный актер. Борисов, Борисов. Uh -huh. Борисов. Должен был сниматься, но у него отец тяжело заболел, он отказался сниматься у нас. И вот я и ездил, искал как раз актеров. И, 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 тот, и, и тот, будучи другом Анатолия Иванова, который тоже был из Новосибирска, он ему разрешил. И вот мы приехали на съемку, когда Капелян был в кадре, Лапиков был, Спиридонов был. В общем, такая сцена. Хорошая компания. Компания, компания. Как вы видите, увидел их. Владлен увидел. А я у него единственный родной человек. уже. говорит, Аркадьевич, ну, поддержи меня. Что надо делать? Я говорю, вот сейчас у тебя будет проба проба будет э, со Спиридоновым. Нет, с Вильяминовым. Угу. Вот ты должен его допросить вообще. А я специально это сделал, потому что знаешь, он умеет хамить. И он, значит, сыграл, и Усков сидит тут же, это самое, прямо здесь, время перерыва. Это все сделали, так в рабочем порядке. Лапиков идет меня на плечо, так меня толкает, говорит, от добра добра не ищут, отличный парень. Смотрю на Капеляна, показывает. Мы тут же пробу послали на Мосфильм, через три дня утверждены. И как, подпись КГБ еще генерал-лейтенант подписал. Да вы что, зачем? Да, потому что четверых человек КГБ не утвердило, у нас на роли Леникова. Четверых не утвердило. Сказала, нет, это не они, Ух это ты. не те люди. Ух ты. Да. И он получил государственную премию. Вы нашли, мы уже говорили, Вильяминова, но я знаю, что вы нашли еще одного актера, который мне очень нравится. Вы его нашли совершенно в детском возрасте, Алексея Серебрякова. Сереб... Да. Он у нас в СССР снимался первую роль. Где нашли? В музыкальной школе, э, по-моему, я, я уже я вот, клянусь я не помню. Не помню, его привели когда. Его нашла наш второй режиссер. По-моему, она в музыка... Он там должен был играть у нас на Баяне по сценарию. Она пошла в музыкальную школу. И вот в музыкальной школе его нашла. По-моему, это где-то по дуфу опять было. Там острова были, мы там снимали отец и сын. И вот привели его. Так, потом мы его снимали в Вечном Зове, потом еще где-то снимали. Потом его снял этот самый Ульянов Михаил Садович в главной роли музыканта. А потом раздался мне звонок. йоги Володь. Я сдаю экзамены в Щуку, меня не приняли. Со второго тура сказали это самое. Ну, значит, не судьба. Не судьба. Я говорю, перезвонили через час. Звоню Люди Баксаковой. Людочка, как бы я позвонить? Он говорит, он на даче. Ну, я рассказал ситуацию. Она мне дает его телефон, я звоню его. Он говорит, как его не взяли? Ну, худруг театр. Ну, своеобразный Пырьев. Uh -huh. Перезвони мне через там, 15 минут. Я звоню. Значит так, Аркадьевич, передашь? Почему не любят меня все Аркадьевичем звать? Я не понимаю. Вот. А, именно все почему-то. И а, я значит, он мне звонит через 15 минут. Значит так, когда тебе будет Лешка-то звонить? Я говорю, ну вот должен с минуту на минуту позвонить. Значит, пусть идет прямо к ректору, прямо к ректору пусть идет. Звонит мне через 30 минут. Меня с третьего тура сняли и утвердили. Другое дело, да вот видите, вот опять судьба. Если бы я не оказалось дома, куда бы он пошел? Пошел бы он еще до будущего года или не пошел бы? А ведь смотрите, сейчас молодой герой, особенно вот такой вот типа, ну для боевиков это же он прекрасен, да? Но, но, но он главное умеет, умеет играть еще и психологию. Да, да. Он глубокий. Да. Сейчас интересная вещь была. Мы снимали с Санта лючия не видели? Нет. Посмотрите. <laughs> Комиссия жюри европейская, оказывается, существует. Я даже не знал. Смотрят картины у каждой страны, там и все, и все. Определили, что три картины у России, телевизионные, были хорошие. Не помню названия двух первых. Ты знаешь, только одна фантастическая, вторая какая-то комедия. Нет, не комедия. Ну, не знаю, какая камера. А третья Санта-Лючия. С такой припиской. Удивительно, глуп, удивительно глупенькая, но бесконечно остроумная, с блестящей актрисой в главной роли. На что, на что мне сказали, ну, это же глупенькую, глупенькую картину иметь. Тоже снять, чтобы она была глупенькой. Вот. Так вот, снимался у нас там э, Мороз. Тони не Мороз. Дрост, uh -huh. Максим Дрост съебался. я его пригласил и даю ему прочитать. Он говорит, ну я как-то больше по стрельбе, там по дракам, но по, по силовым каким-то картинам, вот. А вы мне даете роль влюбленного человека, который любит безумно. Я говорю, да, а давай-то бат обратного играть. Он говорит, я боюсь. Короче, грязь снял, потом посмотрел, говорит, ну такое, спасибо, теперь говорит, меня стали на другие роли брать. Вы знаете, с актерами ведь не просто, актеры очень сложные в основном да люди, конечно. творческие люди. Вас они часто подводили, вот так, что их хотелось убить просто? Тогда, когда они приезжают на съемки, очень хочется. Или запивают на съемках? Или запивают, да. Часто бывало такое? Бывало, бывало. И что, приходилось отменять съемки? спиной подставлять иногда отменять съемки остальные приехали остальные готовы к работе да. техника стоит да, а, приходит, а он пьет при, при, приходится снимать в эту сторону по-другому совершенно заводить мезоцелу чтобы сначала это снимается все а потом якобы он появился где-то в конце Вы Понимаете, это это тысячи вариантов но это неприятно просто по-человечески Потому что собрана техника, собраны люди, которые тоже приехали, как говорится, с других мест. И все, и вдруг человек запил, запил. у меня на ермаке такое было. С кем? С одним актером. Ну, он был, так сказать, из ВАТАГИ Ермака, угу. но он там уходил от Ермака. Поэтому у него была такая, такая, такая с, с хорошими эпизодами картин. он там ту тунгуску одну нашел и должен был убегать с ней. И вот, и вот все собрано, как он должен уйти с, с этой сватаги, как переодеться, как забрать ее, сесть в лодку, поехать, все, а, а и, его, его нет. А актриса, которая, которая должна была с ним уезжать, уезжает сегодня вечером. И вот бы давай по гостинице его искать по номерам. Нашли? Нашли. И сами же актеры его побили. Побили? Побили. Ты что ты чё вообще вытворяешь вообще? -то? Побили. Вы снимали целый ряд выдающихся актеров, выдающихся. Скажите, а самые великие из тех, кого вы снимали, кто? Вот если на Вы знаете, я на одном не остановлюсь. Ну, посмотрите, как Давайте можно... Давайте перечислим. Как, как, как можно вообще, так сказать, кого-то выделять? Ну, начнем. Стриженов, Капелян, Лапиков, Басилашвили... Вильяминов. Вильяминов, Щербаков, Евсигнеев, Гафт, Филозов. Пальцев, пальцев не хватит. Я просто сейчас не могу всех, всех вспомнить сразу дальше, и Спиридонов, как можно о нем, угу. о нем забыть вообще. Коля Иванов, блестящий актер. Еременко. Еременко. Ну, вот видите, вот вы мне сами подсказываете, я их всех вот так ставлю вот сюда и горжусь, горжусь, что... что... Вы удивительно, вот вы счастливый человек, вы снимали еще при Пырьеве. Да, какие времена застали и снимаете сейчас активно снимаете, то есть когда многие ваши коллеги уже отдыхают давно, вы снимаете. Скажите, какая школа актерская крепче, та советская или нынешняя российская? Я не совсем понимаю слово школа. Это ведь придумано, мне кажется. Ну поколение. Давайте так скажем. Поколение какое крепче? В профессиональном плане. Конечно то. То. Советская, конечно. Конечно. Сейчас, сейчас в основном, посмотрите, снимаются актеры. Возьмите уровень репертуара. Детективы, угу. авантюрные истории, угу. какие-то лихие комедии, какие-то пошлые фильмы. Материал не тот. Нет, материал. И актеры себя растрачивают на этом материале. Растрачивают. Почему вот снимать Валсамто Лючея? Я, я добил, чтобы Персиль снималась. Хорошая актриса. Потому что она замечательная актриса. Да. Она блестящая актриса. Дальше э, э, снимали снимали э, до этого картину Манна Небесная э, с, снимали а, 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 Анна Лекчилова, прекрасная актриса. Хорошая, да. Дальше Саша Михайлов угу. э, та, там снимался э, тоже тоже плеяда какая, понимаете? И все потому что там есть основа там есть основа там или клубка страстей, который начинаешь разма, разматывать. Или какая-то какая какая тайна, которая, которая является глубоко сердечной. И ты и, и понимаешь, что, что, что она дает жизнь, если раскроешь, что она даст широкие из, изменит жизнь общества. Вот это все интересно. А когда сбивает, если наезд кто-то совершил начинает распутывать, то актеры, какой бы ни был, Деградируют. как бы он как бы ни был талантлив, он становится мелким, угу. в нем теряется индивидуальность. Вот есть индивидуальность в актере. Ты выиграл. Ты, ты сразу выиграл миллион рублей. Если нет индивидуальности... Не пытайся. Не получится. Потому что материала нет. Актер не может жить, понимаете? Вот сейчас Маховиков у нас снимается в новой, угу. новой Хороший актер. Картине, картине. Ведь что до этого? Он снимался, военные у него угу. были там, 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 ну, бойцовские какие-то картины. Сейчас он снимается у нас от 1946 -го года по 1995. Роль для него совершенно необыкновенная. И должен сказать, что Сергей молодец. Так как он, так как он ведет роль... Ведет, где, где. Есть его и там и кусочки экшена, есть романтические куски, есть моменты растерянности, оглупленности. Но он это все держит на одном: он ортодокс, он, так сказать, человек сталинской эпохи. С тем, чтобы потом, когда все это кончилось, он пришел и сказал: А люди, кажется, по так по-другому живут. Итак. Вы сейчас в Киеве снимаете уже несколько месяцев я знаю, картину. Уже год. Год! Да. Живете в Киеве. Да. Как называется картина? О чем она? Это картина. Э, совершенно случайно мне дали прочитать в Москве сценарий. Я должен был уже готов другую картину снимать, но я прочитал сценарий и понял, что это как Джигурда понимал, что это его страсти, так и понял, что это мои страсти. Это чуть-чуть приподнятая в, в, в хорошем смысле слова, в пыльевском смысле слова. Uh -huh. Картина не та, где говорят, что вот мы как бы сидим, разговариваем там, а где играет интонация, где играет глаз. Понимаете, где страсти на вот так вот вот. Уж если, так сказать, нашел человек ребенка, то он не мой оказался. С тем, чтобы потом выяснилось, что, чтобы и нашлась мать этого ребенка при живой, при, при живой жене. То есть страсти наклеены настолько, что э, вот у меня сейчас мы монтируемся, и работаем, я очень часто к платку обращаюсь. Uh -huh. Ну, в силу того, что, конечно, уже нервы на пределе, как говорится. Вот. Но тем не менее э, оголенные страсти сейчас еще то, что может удержать зрителей у экранов. Потому что уже детективы, стрельба приелись, это, да? это, это все Приелись, и уже, уже дать что-то другое. А когда идет история древа древа, так сказать, одной семьи, и не просто там 50 ответвлений, которые, потом ты не понимаешь, кто, а ограниченное количество, но все это вот так замешано, густо. Да плюс эп на эпохи замешано, и на 37-м годе, и до и сталинских, э, после сталинских временах, и, и, и времена Хрущева, и Брежнева, и все это зритель пережил, и он окунается в это, в это все через своих героев, которые все это проходят. Вы знаете, это дорого стоит, по -по -по -понимает, да. понимает, понимает что, что эта э, картина, никогда не, не говорю, получится, а может получиться. Вы знаете, Владимир Марканович, я благодарен вам за интервью. Это, во-первых. Но меня поразило больше всего, вы очень интересно все рассказывали, но больше всего меня поразили ваши молодые глаза. Вот вам 80 лет недавно исполнилось, да. а глаза юноши. А за счет чего? Хожу по сторонам, смотрю на красивых женщин. Все? Все. Я вам задам уже точно последний вопрос. 80 лет. Столько картин позади, одна, другой лучше. Вам не надоело снимать еще? Вам не хочется уже отдыхать, просто отдыхать. Ведь, казалось бы, все а снято. А режиссер, как, простите, режиссер, как ребенок, когда увидит сладость, хочет. Я вот сейчас говорю, вот нашел книгу, и как бы мне не тяжело было, но тут надо, конечно, снимать вместе с Тусховым, объединяться, чтобы уже... Все-таки. Потому что, да, и последнюю картину, если снимать последнюю картину, объединяться вместе, потому что картина... Эм, не, не, просто сделать картину-лабораторию. Потому что там, там будут и танковые сражения, там будут какие-то, там будут э, какие-то э, кони с гражданской войной. То есть, понимаете, это история, история белой армии. То, что не тронуто, не тронуто, и как эти люди, как эти люди сыграли свою роль в нашей победе. А они сыграли все. Даже тот же Жуков, который был, был просто поручиком в царской армии. Да. Понимаете? И вот как они все пришли, как они что пережили для того, чтобы потом отдать свои знания и долг, понимаете? И вот это меня, а я внутри патриот, меня, сказать, меня волнуют все эти вещи. А я хочу с другой стороны попросить вас, чтобы обязательно были назван, названы, вот операторка, с которой я работаю уже с 2000 года, Тимур Зельма, оператор высшей категории, да, да. лауреат государственной да. премии и прочее, прочее, прочее. Вот потрясающие художники, Он у нас Кондратовый, Чита, звукооператор Родионов, у нас и, конечно... Конечно, нам очень повезло, не потому, что я сейчас говорю, вы можете это и не давать, но хотелось бы, нам повезло с продюсером. Молодой, уверенный это важно. в том, что он делает, и что получается, он видит. Он обладает удивительным чутьем на актеров, на сценарий. Это он выбрал этот сценарий. С одной стороны, Чижиков, это студия э, «Фаворит фильм», которую мне предложили, и «Юэй» — это э, Мирский, угу. Виктор. Вот они два, как говорится, делают эту картину. Это люди, которые, понимаете, не гонятся в конечном де деле. Да, деньги, денег много мы тратим. Да, мы медленно снимаем. Вот. Но я, я уже понял, что для них главное... Результат. Э, э, это качество и то, чтобы простое слово рейтинг, рейтинг было их ним. Понимаете, на, на их стороне. Я э, вам желаю снять обязательно вместе с Усковым картину о белогвардейцах, которую вы так хотите снять. Не о белогвардейцах, а белой армии. О белой армии. И я вам хочу пожелать, чтобы это была ваша не последняя картина. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Могу сказать, почему я так разговорился. У вас очень хорошая улыбка. Спасибо. Да.